Проект «Моя профессия, мое будущее» в скором времени должен начать работу в Кустанайской области. Благодаря ему появился список новых запросов на рынке труда в Павлодарской и Мангыстауской областях. К там, где проект работал в пилотном режиме, начали готовить специалистов по новым профессиям. В целом, в 9 отраслях появилось около 200 новых специальностей, а спрос на 120 видов профессий снизился. На территории Кустанайской области реализуется 9 образовательных программ с учетом рекомендаций атласа новых профессий. Такие программы, как биотехнология, аграрная техника, технология, электроэнергетика, машиностроительное, машиностроение и информационные системы. И 4 программы реализуются на базе Руднинского индустриального института. Сейчас перед специалистами стоит задача определить востребованные в регионе специальности, для чего уже проводится экспертная работа. Если список будет одобрен, направится предложение выделить необходимые средства на обучение. Стоимость проекта немалая, но благодаря ему должен увеличиться процент трудоустройства. Хотим трудоустройство уже считать по специальности. То есть сейчас, если идет статистика в целом трудоустройства выпускников колледжев, это мы предполагаем, что анализ именно по специальности, каждому в разрезе каждой специальности, это приведет к тому, что завтра будем уже выявлять, какие специальности у нас на рынке фактически требуются спросом и какие не требуются. Как отмечает заместитель акима области, в нашем регионе очень низкий процент подготовки специалистов сельского хозяйства, всего 8%. А регион в будущем намерен развиваться именно в этой отрасли. Среди некоторых проектов строительство молочных ферм, куда как раз таки и потребуются специалисты. Хамзан Рапиисов, Илья Досмагамбетова, Виталий Луговской, РТН.